Наки днем и мы, и тот и материал. Да, мы еще забыли. Если вы хотите сделать себе рекламу, вы найдите хороший видеоредактор просто, и потом по нему учитесь и собирайте все это. Но это я сам самоучка, потому что я серии видеоредактора попробовал и потом начал делать, тряпать вот эти фильмы. Настроение хорошее, мы начинаем работать, но только... Нет, ну только не для тех. Ну примерно вы это все увидите. Здравствуйте, уважаемые смотрители моего канала. А канал у меня называется на Ютубе просто Толя Борцов. Здравствуйте. Уважаемые смотрители моего канала. Перед этим вы последние видели две темы про байк-шоу. То есть байк-шоу. Потом до этого была музыкальная тема микс. Это музыкальная пауза в моем исполнении. Там я немножко это, ну, делал на эту музыкальную тему. Примерно так. Но теперь, в данный момент я сижу, ну, и думаю вот этой частью головы, то есть и правым, и левым этим своим полушарием, я думаю, что сделать мне первая, вторая, третья постановка. О чем? Ну... Сейчас я сделал это вступление, а там вы посмотрите, послушайте и ставьте вот этот знак. Вот этот знак ставьте. И все нормально, можете комментарий писать. Примерно так. Ну вот, это будет моя вступительная речь перед созданием третьего чего-то. Здравствуйте, дорогие телезрители данного видеоконтекста. Привет всем. Ну вот, примерно такое я... сегодня перед вами делаю, вот. А потом, может быть, поставлю в прямом эфире. Примерно так.